Хакуринов Хазрет Адыгея, Кургинян Эдуард, Краснодарский край, город Армавир. Кургинян является, я еще раз напоминаю, представителем сильной армавирской школы дзюдо и самбо. Хакуринов Хазрет, в свою очередь, представляет один из центров российского дзюдо Адыгею. Из Адыгеи, Майкопа постоянно сборная команда России получает высококлассных дзюдоистов, подготовленных. Пока идет позиционная борьба, никто не хочет рисковать. Идет борьба за захват, за контроль, потому что правильно выбранный захват атакующий – это контроль противника, что позволяет или ошибиться противнику, или же получить замечание за пассивность. Вот Хазрет пытался провести один из своих излюбленных бросков, подхват по две ноги. У него не получилось, поэтому он старается навязать опять. Вот сейчас навязал верхний захват. Продолжаю стараться захватить инициативу. Вот сейчас провел еще одну атаку на заднюю подножку. Кургинян пытается провести бросок назад, но Хазрет контролирует все его действия. Вот сейчас пытается срывать Кургинян. Сейчас более активен Кургинян, несмотря на то, что захват сверху у Хазрета. Он пытается обострить борьбу. Хазрет пока ничего не предпринимает. А вот сейчас он проводит бросок в заднюю подножку с отхватом. Оценен в Азаре, тут же взял на удержание, но Кургинян ушел с удержания и сам забрал удержание и держит. Ну, Хазрет ушел с удержания, поэтому борьба остановлена. Преимущество в оценку в Азаре у Хакуринова.
Поэтому Кургиняну приходится сейчас обострять. Времени уже остается мало. Замечание за пассивность получает Хакуринов. Вот сейчас провел оцененное действие Кургинян. Судья на ковре пока не оценил его. Но сейчас еще будет просмотр боковыми. Нет, оценки нету. Пока нету. Нет, оценку не дают. Спорная ситуация, конечно, но оценку не дал арбитр. Поэтому преимущество опять на стороне еще Хакуринова. Вот Кургинян его теснит, но время уже заканчивается. Сейчас, скорее всего, Шида даст Хакуринову арбитр. А, Вьюка все-таки оценили. Оценили предыдущие действия Вьюка. Но оценка Вьюка, она меньше, чем в Азаре. И поэтому победу одерживает Хакуринов. И становится бронзовым призером весовой категории до 100 кг.